Благослови, Господи, наши духовные беседы, так сказать, дружеские, однодуховные темы, поскольку нас разделяет сейчас и ковид, и все прочее, общение духовное очень дефицит стало нужно, особенно такие с темы серьезные, как спасение, путь к Богу. Вот, начнем, пожалуй. Да, но сегодня мы продолжим нашу беседу. Тема необходимая, которую говорить, это путь к Богу, не минуя ближнего. Роль ближнего, роль, так сказать, человека рядом ближнего, монаха или мирянина, или там прихожанина, вот, через которое осуществляется Божьим замыслом наше спасение. Вот. И в этом плане здесь хочется сказать очень важную вещь. Дело в том, что духовность понимается в очень размытом, широком понимании. Духовность как светский этикет, духовность как принадлежность к культуре, потом вежливое поведение, даже в храме хождение, какие-то учтивые слова, поклоны и все прочее. Вот. Но нам святые заповедали, Серафим Саровский, что стяжать Духа Святого, потому что в основе духовности настоящей, церковной, лежит присутствие в нашей жизни Святого Духа, а мы сосуд, храм Святого Духа. Поэтому, если говорить о спасении и близости к Богу через молитву, аскетику, монашество, спасение, так сказать, в Боге, мы никак не можем миновать вопроса, общение духовное с ближним. И в этом плане, значит, нам помогает такая притча. Ее описывает добротолюбие, монашествующие это знают. Марк Подвижник. Он говорит, к нему пришел ученик, к старцу, пишет Марк Подвижник, и задал вопрос. Говорит, я все посвятил спасению. И мирянином благочестиво жил, и ушел в монашество, раздал имение, отрешился перед церковными, да, так сказать, властью от своих воли, и многое что сделал, пощусь, молюсь. Но я не чувствую, что я на пути спасения, я не чувствую, что приближаюсь к Богу, и я в растерянности. И старец, например, такими словами, и старец ему говорит, что в этом положении большинство христиан. И он дальше отмечает, что если христиане не поймут духовного закона, они просто, ну, как говорится, в темноте бродят. И он раскрывает, Марк Подвижник, вот природу этого духовного закона, о котором мы сейчас побеседуем. Вот. Иначе он называется закон общения. Вот. Две заповеди есть. Общение с Богом человеку и общение с ближним. Как не навредить, как помочь, как устроить с ним мир, как благочестие с ним соблюсти. Вот. И все заповеди и все, что в духовном плане мы пытаемся стяжать, сводится к вещам. Познанию закона общения. И вот перед тем, как закон общения с Богом, мы познаем, как нам общаться с ближним, которого и мы помогаем спасать, и он нам помогает спасаться. И как им строить отношения, чтобы это было максимально спасительно, вело к стяжанию Духа Святого. Вот. И он говорит, значит, Марк Подвижник в этом диалоге старца ученика, что надо понять духовный закон, надо понять, зачем пришел Христос на эту землю и что здесь сделал главного. То есть, приняв образ человека, что он показал, как нам жить как людям. И начинает рассказывать, что духовный закон – это закон общения с Богом и с ближним. А на монашеском уровне это духовный закон общения еще внутри себя, со своими помыслами, страстями и, так сказать, работа внутренняя. Вот это трехуровневый, так сказать, закон общения. И он открывает эту, значит, тему, значит, следующими словами, что мы входим в любую форму общения с ближним и принимаем на себя все, что мы произведем этим общением.
Это не знает никто практически из христиан простых, не начитанных, не наставленных. То есть практически любой контакт с ближним откладывается на нашей судьбе и на нашем пути спасения свой отпечаток. И дальше старец говорит, значит, общение, все формы общения, какие существуют в мире, бывает только двух типов. Общение или по злобе, или по любви. И третьего формы общения нет. Если мы смотримся в свою жизнь, мы обнаружим действительно, что все формы общения сводятся или мы в раздражении, в злобе, или в нежелании, легком нежелании общаться или там что-то делать по отношению к ближнему, или мы любим и сквозь эту призму любви осуществляем все свои контакты в мире, и духовные, и светские, и все прочее. И он разбирает, что общение по злобе ставит человека в очень серьезную зависимость от того, кого он обидел. Неважно, там легко, или там пренебрежительно, или там обидел и грубо. Вот. Он говорит, все, что мы произвели с ближним общение, откладывается на нашей судьбе, на нашу ответственность после Бога, и мы понесем за это искупительную эпидемию. То есть получается так, что каждая встреча, она не случайна как бы. Да. Каждая встреча посылается Богом, и духовный человек всматривается при встрече сначала в лицо Божье, зачем? Вот. Зачем в этом дне этот человек и эта мизансцена? Ну, мизансцена – это небольшой такой это диалог, который имеет последствия. Вот. И это очень важный момент начала духовной жизни. Быть, бодрствовать и молиться. То есть чутко относиться к дню, к его событиям через призму обращенности к Богу. Мы обращаемся и говорим, Господи, Ты послал этого человека, Ты послал встречу. Помоги максимально в христианском ключе, в доброте и любви, не злобе, а любви, пройти эту мизансцену. Я уж буду использовать термин такие. И даже не важно, человек находится в пустыне, в монастыре, в миру и даже в семье, он все время под этим прессом ответственности, что он все, что не производит общение между ним и человеком, ляжет на его судьбу и ответственность, полную ответственность. Потому что он произвел изменения в судьбе ближнего словами конкретно, какими-то вещами. Вот. И поэтому в этом плане надо отметить, что вот простые требования наших опытных духовников, там, не осуждать что-то такое, не грубить, не воровать у ближнего, там, любить его, раскрывается более глубоко. Не потому, что это интеллигентно и хорошо. Не потому, что это какая-то такая мнимая духовность, которой духовность не является. А потому, что за этим стоит или на нас в момент общения не зайдет благодать Духа Святого, или отойдет. Поэтому, смотря духовно на общение, мы превращаемся в такой инструмент Божий, формирующий любовь в каждом отдельном случае. Угу. Вот. И дальше старец, дай мне Бог памяти, он говорит, что практически, да можно вот и даже зачитать, что в момент общения с ближним происходит Божье присутствие. Вот. Бог посылает нам ситуации, за которые мы обязательно в процессе общения нам, так сказать, прибегаем к такой Божьей эпитимии. Появляются скорбные моменты в нашей судьбе. И старец говорит, скорбные моменты или искушения, испытания особо важны в деле нашего спасения, в деле нашего общения. И вот он говорит, научаясь получать от любого искушения пользу, вот, и духовный рост, опытный духовники приучает учеников видеть в искушениях прежде всего не боль, не личные страдания, а тонкий, умелый инструмент промысла Божия. Научает занимать правильное место в рамках всеобщего движения.
и в зависимости от премудрого Бога, через которого все начало быть, мы получаем пользу. Именно принять все и отдать все в плане общения ближнего. Это величайшая зрелость христианина, который видит все иначе, чем мирянин, который, конечно, там ему что-то опасно, что-то не нравится, что-то прочее. А вот творчески, глубоко подходить к жизни, к ее перипетиям, к этим общениям с ближним, нужно, конечно, увидеть. Нужно увидеть. Может, наша беседа в это поможет. Вот. Поэтому цель всех этих искушений, испытаний, нашего творческого подхода к христианскому жизни общения является не какая-то там этика общения, вот, духовность, как культура, этика, а значит, чистота сознания в Боге. Как в Арсенофе великий Иоанн Пророк говорит, что основная задача -то христианства проста. Оторвать ноги от земли, устремиться всем существом в небо и так остаться до конца жизни. Как эту отрешенность осуществить? Развязать все путы, все укоризны, всю злобу, оставить здесь на земле. И поэтому цель духовного закона по Марку Подвижнику состоит в том, чтобы терпеть ближнего ради этой свободы сознания, устремленного к Богу. Иначе она пленяется, иначе она увязает, иначе она приземляется. Вот. И Марк Подвижник говорит, Христос нас показал, как Он проходил жизненный путь как человек, терпя укоризны, не отвечая на биение, оскорбление, заушение, плевание. Будучи распинаем предел, то есть это предельная точка напряжения в каждой человеческой жизни, крест распятие, даже не помнит злом распинателей, наоборот, да не ведут, что творят, он говорит. Что это начисляется? Невежливость, не этика, не ложное понятие духовности. Это освобождение сознания, чистота работы сознания в Боге. Вот что нам нужно. Поэтому, когда мы уходим на пустыню, когда мы уходим в затвор, у нас сзади должно быть все развязано с ближним. Никаких обид, никаких ссор, никаких укорений, никаких вещей. Иначе мы уйдем в затвор, в монастырь, в пустыню или у себя перед иконным углом и будем связаны. Связанный ум не может подняться выше волос. Он не может подняться, устремившись к небесам. Поэтому за нашей вежливостью приходской, ближним, к нашим добродетельным отношениям, к нашей милостыне, нужно добавлять осознание цели духовной жизни, свобода ума и сердца в Боге. Поэтому мы здесь, на земле, при помощи духовного закона, заповедей, развязываем все противоречия, узлы, чтобы освободить сознание. И об этом не задумывается никто. Но если так мыслить, духовная жизнь становится легко. Отношения с ближним становятся гармоничны и не по злобе, во-первых, мы упоминали, а только по любви. Почему мы понимаем, подставьте другую щеку, как низость для себя? Не низость, а свобода. Даже злодей наш, бьющий в щеку, не получает. Какую мы свободу получаем, подставляя другую? Мы просто, как орел, воспаряем в молитвах, не связаны с землей ничем. По этому поводу будут многие возмущения. Угу. То есть народ, который говорит, ну как же так, а врагов, их, если, а воины, которые защищают землю, а как быть им, так значит, что ж, если пойдут на нас войной, если начнут нас уничтожать, что, щеку подставлять? То есть вот постоянно идет такая вот, как бы, такие вопросы и противоречия. Да, да. Но поскольку мы беседуем для узкого круга, так сказать, тех людей, которые отделены ковидом, какими-то вещами, и не можем беседовать для наших братьев, которые вот здесь сидели и беседовали, поэтому отправляем этот ответ, надеемся на их уже подготовленность, мы их знаем, которые будут это смотреть. Это частные беседы. Поэтому можно прямо сослаться на наших духовных наставников, учителей церкви, которые сказали, люби врагов своих, которые тебе ставят твое сознание в правильную вертикаль, направленную вверх,
Но врагов Отечества надо выйти с оружием и защищать Родину, веру и Отечество. Это совсем другой подход. Поэтому, когда у нас отнимают среду, в которой мы спасаемся, и средства, которыми мы спасаемся, надо защищаться, конечно, всеми средствами, это понятно. Да. Вот. И если это самое, вспомнить цитату, простите, забыл, святого отца, вот, высказана такая глубокая святоотеческая мысль, что когда здесь на земле развязано со всеми и отдано все, то ты становишься именно то распятие, то несение креста, которое испытал Христос. Он именно страдал от того, что мир агрессивен, а он раним. И у него один Бог-защитник. И тогда, когда ты распят, ты-то тогда истинно свободен и истинно духовен. Приближайся к духовности. И самое интересное, что когда в этом ключе человек живет, мыслит и подвязается, то он становится постепенно, очищается и становится таким сосудом, в котором естественным образом приходит Святой Дух, благодать Божья, наполняет его, и начинается с этого момента, когда он озаряется благодать, духовная жизнь. Все остальное, конечно, благочестивая, высокая подготовка вот, к этой духовной жизни. Хочется сказать, отец Алексей, на кое-то еще... ну, добавить немножко, может быть, то, что как раз-таки подставляя щеку, мы не унижаемся, и мы просто пытаемся как бы не иметь зла. То есть любой ответ злобы, это уже есть как бы в нас, копится это зло. Да. Понемножку, по капельке, но оно, а из этой искорки может разгореться пламя. То есть, если мы его впускаем, то что стоит дунуть, и она моментально раздуется. Это все знают и видят. Угу. Как искру можно мгновенно раздуть. Поэтому и было сказано, подставь, ударили по левой щеке, подставь правую. Не для того, чтобы тебя унизить. Не для того, чтобы оскорбить или как-то там, как многие говорят, и смеются над этим. Да, это же трусы, как это так? Взять, подставить вторую щеку. Угу. А для того, чтобы не распыляться, и мудро это понимает, и дело в том, что Господь всегда за этой душой. Если он это понял, он не даст, просто Бог не даст этому мерзавцу, который нанес этот удар, продолжить его. И, то есть Бог-то смотрит по нам, как мы реагируем на все это. Так наша душа реагирует. Да, как мы подавляем это зло в себе. Вот в чем дело. А не для того, чтобы как бы показать свою трусость или там это обман людской. Это не трусость, это высшее понимание истины. Это высшее понимание Бога, который нам дал эту заповедь. Да, вот Александр очень глубоко этой вещи понял, сразу видно, да. И даже вот Достоевский, когда писал это сам «Преступление и наказание», он же сюжет-то взял, зашел покушать в какой-то кабак, ресторан, не знаю, столовую, и два парня говорит, вот мир как легко освободить. Говорит, старуху, говорит, топором ударить и забрать у нее деньги. И на этот капитал сколько людей счастливится. Вот. Он эту мысль посмотрел и им говорит вот то, что ты сказал. Он говорит, идет превращение зла. Ты против злобы стал злобой, а против тебя нашлась большая злоба. А против этой злобы нашлась вообще сатанизм, агрессивность демона. Поэтому превращение зла – это лестница зла. Она именно так строится. Здесь не подставил щеку, в следующий раз отомстил, и нашелся, он позвал другого друга. Но я образно, упрощенно говорю. Поэтому в обратном порядке все идет. Вот. Зло побеждается добром и силой Божией, не человеческой силой. Если Бог по промыслу попустил этого человека, сколько случаев, вот и среди моих знакомых, человека клеветают, хотят побить, все прочее, он говорит... Неожиданные вещи. Прям я реально был в присутствии этих людей. На него нападает, и он смотрит на них, умиротворенный, внутренний покой, и он говорит,
Да спаси, Господи, тебя, и твоих детишек, и твою маму, и твою папу. И на глазах злодей обмякает, меняется. Ну, просто он не встречает, он ожидает большей агрессии, чтобы потом еще сильнее действовать. И вот в этом плане можно действовать христиански только тот человек, который хорошо понял духовный закон, описанный Марком Подвижником. То есть, когда развязано все, отдано все, и ты устремляешься к Богу, все события жизни становятся сценарием Божьим для твоего спасения. Его их нельзя пропускать. Их надо решать, но только в ключе вот этого вектора душа и Бог. И тогда все решается по-другому. Если вы будете просто реагировать как простой мирской человек, вам подставление щеки не поможет совершенно. Просто проиграете. Вот как раз этих моментов народ не понимает. Почему? Да потому что, как сказать... Духовный закон. Да, ну и что получилось, что люди бездуховно растут уже испокон века. Угу. Фактически зло, оно уже в мире победило. В каком плане победило? Своими вот этими беззакониями, с ложью, которая постоянно с экранов, с телевидения, везде ложь, ложь, ложь. Все на обмане. Но люди этого не видят и не понимают, что мир этот держат только на обмане. И убрали Бога, это самое страшное. То есть возьмем наш коммунистический строй. А это вот последствия. То есть коммунизм не родил вот этих вот отщепенцев, которые ни Бога не знают, ни духа, ни что. Отсюда все беды наши, то есть бездуховность, безбожие, то есть потеря связи с Отцом. И вот потеря с Отцом, вот это самое страшное. А ведь можно это все буквально наладить. Вот как это можно сделать? Вот старец в этой беседе и говорит, кто, прямо так написано, Марк Подвижник, добротолюбие, открывайте Марк Подвижник, там есть о духовном законе. Прочитайте, мы об этом сейчас беседуем. Он прямо говорит, люди, даже монашества, даже оставляющие дома, злострадающие ради монашества, ради Бога, ради всего, не понимающие сути духовного закона, не могут стать ни духовными, ни духовно расти. Надо обязательно, он в конце указывает, цель прихода Христа на землю. Прямо указывает. И он говорит, что в человеческом теле, в человеческом образе, в человеческой среде пройти хоть одному атому из Вселенной, вот Христу, пройти эту жизнь на самой высокой траектории, удерживая связь с Богом и не имея зла к страждущим ближним, даже как падшим каким-то злодеям. Именно суть духовного закона – пройти жизнь, не имея ни к распинателям, ни к обичевателям, ни к каким-то вещам. Почему? Они средства, формирующие нас, даже можно сказать так, тренирующие нас проходить земную жизнь, удерживая любовь к ближнему здесь и устремленность к Богу здесь. Два действия всего характеризуют правильное понимание христианства. Любовное отношение к ближнему здесь, на земле, и сильнейшее стремление, как я сказал, вот оторвать ноги от земли, восстановь великий Иоанн Пророк, и так остаться на всю жизнь. Это выполнил Христос, это его победа над злом. Даже когда дьявол его искушал в пустыне, когда его распинали, он, удерживая любовь, не допустил в сердце ни малейшего злобы и укоризны ближним. Поэтому вот эти два фактора прохождения жизни или по злобе, и по любви мы должны осознать и каждый элемент, каждый шаг жизни проходить с любовью, раз, и с устремленностью к Богу, два. И так остаться до конца жизни. И этим исполним закон Христов. Все остальное в духовной жизни намного проповедует. Как жить? Это приспособительные средства к этим двум деяниям. Сохраняя здесь, на земле, любовь к любому ближнему, любым способом, ну, конечно, не греховно, первое, и устремить все свое существо к Богу, как можно больше увеличивая связь с ним через причастие, через
исповедь очищает себя через все средства. Вот. Это два главных действия, которые подготавливают и реализуют духовную настоящую жизнь. Очень просто. И этим ключом можно решать все вопросы, абсолютно. И поэтому вот мы даже, вот ты что-то хотел спросить? Да, я хотел добавить немножко, что просто некоторые тоже говорят, ну как же в этом мире быть любящим, когда кругом такая беда, кругом такое зло. Как же можно оставаться в любви, когда все кругом вот так? А как можно оставаться? Но Христос же показал, что все формы ранений, заушений, оскорблений, там кто-то считал 40 раз, я не помню число, все формы, все клетки тела были испытуемы Христа. От клеток мозга до клеток тела, от стопы до заушений, прибивания гвоздями. Там есть где-то в литературе, святоотечески, целый список, что испытал Христос. То есть практически, как человек, давая нам образец, как относиться к земному злу, он продемонстрировал, что на всем клеточном, духовном, интеллектуальном уровне, на психическом уровне он получил раны и претерпел, сохраняя любовь к ближнему и устремленность к Богу. Больше ничего не надо. Его пример превосходит все наши скорби и терпения. И доказательства любящих очень много. Их Бог хранит все-таки, всегда. Это, вот возьмем у моей матери сестры, они попали в концлагерь. Вот. И тем не менее, они, отец, дедушка был верующим. Может, благодаря, я говорил, что благодаря ему, может быть, он, так сказать. Вот. И он молился за детей. И она, попав в лагерь, она приехала оттуда с помпушечка. Ее с лагеря забрали, там гитлеровцы, как домохозяйку. Ну, и она работала на каких-то там людей. Ну, к ней относились по-человечески, ее не обидели, ее кормили. Вот, вот в беду, где гибли тысячи, и вот эта душа приехала, даже не познав ничего ужасного. Только, ну, она познала, конечно, эти перегоны в вагонах, жути. И тем не менее, вот ее забрали, и таких очень много спасенных. А кто крестился, это уже доказано, солдаты, которые крестились, рядом погибали, а они оставались живы. Это очень много фактов таких, подтверждающих это, что помощь всегда идет. Любящие души, они всегда хранимы Богом. Да. Всегда. И нельзя так вот смотреть на этот мир с однобока. Просто тут настолько мир интересен, но дело в том, что отходя от Бога, естественно, мы попадаем в сон, как бы в бред, этот, как бы болезнь. Она тяжелая, она становится, жизнь тяжелая, потому что очень смотреть кругом тяжело, больно действительно, видеть все. И тем не менее, любящие люди, они всегда объединяли всех. Вокруг них всегда сплочались. Ну, вспомните, сколько таких примеров. Когда любящие души, они всегда служили, так сказать, примером для всего, для подражания, для всего. И даже и на смерть шли так же. Просто душа, когда идет на смерть, она просто понимает свою бессмертность. Она как бы соединяется с Богом и идет уже на смерть. Потому что Бог ей открывает, что ты вечен. Да. И вот в этом плане, конечно, когда мы открываем сердце, как Христос открыл злостраданием, открываемся, мы вынуждены стать ранимыми, можете себе представить. Не просто потому, что нас убили, мы сидим молча и трудно терпели. А мы должны знать, что мы этим выигрываем свободу ума в Боге. Мы с этим миром развязываем отношения через терпение. Кто это не понимает, тот просто, ну, вот скажем такое грубое слово, тупо терпит. И то хорошо, он хотя бы не мстит.
но он творчески не растет, духовно не растет. Поэтому свобода в Боге наша главная задача. Вот почему в монастыре послушники и слушаются, да, там всякие это самое, скорби несут, их испытывают. Потому что послушник, отсечь свою волю, воспаряет как орел к Богу в молитве. Он знает, что будет хорошо или плохо, его это не беспокоит, потому что в монастырские испытания прообраз мирских грубых страшных испытаний, которые также надо терпеть. И поэтому Иларион Троицкий, наш вот новомученик, вот, он говорил, никакой разницы в подвиге и спасении нету между мирянином и монахом, кроме обета безбрачия, ну то есть с женщиной. Обет не касаться женщин. Во всем остальном нет никакой разницы между монашеским путем спасения и мирским. И в этом плане терпение скорбей неизбежно. И вот Марк Подвижник говорит, что неопытным людям, вот он пишет, многие вещи в злострадании кажутся странными, так как они приносят глубокие раны, страдания и недоумения. Но Творец по своему божественному домостроительству попустил, чтобы страдание существовало вместе с нашим земным существом. И он принимает как оплату нашего греховного долга наше благодушное перенесение скорбных ситуаций, если мы, конечно, терпеливо, молча, смиренно переносим все испытания. Никто не должен считать, дальше пишет Марк Подвижник, причиной своих неудач и искушений какие-либо посторонние случайные факторы, а тем более людей. Ни в коем случае, если ты творчески, духовно стремляешься к духовной жизни, все это становится творческим материалом для роста. Да, это очень сильная позиция. И он, дальше говорит Марк Подвижник, никто не должен видеть ни людей, ни обстоятельства, ни Бога, никого в своих злоключениях, кроме своей собственной безразличия и беспечности в этой жизни. Это очень ценные слова. Вот. В этом плане вот для меня был пример, я много встречал, ну вот Александр является очень глубоким, искренним, ищущим Бога, познания, духовного пути, у него такая жизнь исключительно. Но у меня встречались и другие люди. Например, я встречал удивительного человека, который превзошел всех мне знакомых подвижников, это была странница Нина. О двух словах я скажу. Она была филолог, она, значит, где-то там в среднеазиатских республиках, значит, образование, ученый человек. И однажды она проснулась, и был зов Божий. Она увидела, как стекла оконные расплавились на трех оконных рамах три креста, реальные физические, вот так, прямо с утра. У нее произошло то, что называется метаноя вот на еврейском языке, перерождение сознания. Она ни слова не говоря, прям с постели взяла котомку, вышла и больше никогда не вернулась в мир. Она мне рассказывала, говорит, я понятия не имею о там умном делании, Иисусовой молитве, каких-то вещах. Она говорит, но у меня, я стяжала главное. Бог в поле зрения моего ума круглые сутки. А ведь это и есть зерно всякого подвижничества, частого хождения в церковь, домашних молитв. Мы по минуткам прибавляем памятование о Боге, по минутке утром, по минутке вечером. Она окунулась в этом рукой Божией всецело. Дело в том, что люди даже не понимают, какое это счастье ощущать Бога. Вот. Просто они живут в этом неведении. И думают, ой, и смотрят просто для них пока на данном пути неинтересно ходить в церковь или там что-то там читать молитву. Их это не интересует, потому что они живут в мире. И они считают, что ну неинтересно. А ведь неинтересно это пока для них то, что... А если бы они дальше пошли, то есть пошли бы к исканию Бога, они вот такое увидели, такое прочувствовали, такую благодать. То есть, ну, это нельзя даже объяснить и рассказать. То есть, если бы действительно только бы дошло до сердца человеческого, что такое Бог? И Бог ведь в нас также, мы же его дети, мы же по его созданы образу и подобию. Вместо того, чтобы вот все эти ужасы, которые сейчас творятся,
Можно такие в себе открытия делать. Это просто, это необъяснимо даже. И если это рассказать, люди скажут, ну сумасшедший. А ведь это все есть. Когда Бог касается тебя, Он такие тебе вещи открывает. Да, да, да. Такую любовь открывает, от которой просто ты думаешь, какой же я был глупец, как я мог жить в таком варварстве, в такой дикости. И чем больше ты ступаешь, это действительно, у меня вот есть знакомая Александра, которая пишет стихи, она говорит, я увидела Бога в ромашке. То есть, ну, как бы она увидела эту красоту, и ее коснулся Бог через ромашку. Вот видите, как бывает иногда. Но она искала. И эта красота ее так тронула, что мне сердечко забилось, и она почувствовала Бога через эту красоту. Ведь это же все создал Бог. Да, есть такая даже цитата Святой Отечества, что когда человеческого сознания касается Господь, человек в одну секунду меняется. И вот это действительно, мы в той беседе говорили о том, что есть перерождение мгновенное. Какой ты странице Нины, как вот у тебя в жизни было, как вот у этой увидевшей женщины ромашку увидела. Вот. Но есть люди, которые просто вызрели и поняли, что нужно трудиться. И вот у Ильина есть такой у нас духовный писатель и философ дореволюционный Иван Ильин. Он говорит, есть две вида православной веры. Одна вера – это самостоятельная, он называет ее автономной, то есть способная решать духовные вопросы, идти этим путем богопознания, прилагая усилия самостоятельно. То есть стремиться, невзирая обстоятельств, есть ли помощь. И есть вера гетерономная. То есть я верю, потому что все верят, я как бы в общем потоке стою в храме, и вот мне кажется, что я верующий человек. Но вот это касание Бога, пережитого опыта богообщения, неожиданности богообщения, которое переживает все, нужно обязательно добиваться, прикладывать усилия. Да. И вот, это и есть интуиция. Да, я вот хотел маленький пример такой привести, как странница Нина почувствовала Бога. Она просто меня поразила. Говорит, я странствовала, молилась сколько сил, и потом произошло вот это как касание ромашки. Она говорит, я приехала в Москву просить милостыню. И вдруг я упала и вывихнула руку в плечевом суставе. Она просто повисла и торчала кость. Она говорит, я плакала, беспомощная, голодная, нищая, молилась. Вот. И мне человек помог, заплатил, говорит, вот сходи хоть в бане помойся, хоть это погреешься. И я, говорит, зашла, мылась под душем и расплакалась под этим теплом, под этим душем, мягкими струями. Расплакалась и стала предельно, как я вот рассказывал, на пустыне кричать просто, звать помощь Божью. И говорит мне, говорит, Алексей, ты не поверишь. Вдруг в эту кабинку входит женщина просто одетая, но видно очень высоко такая, ну какой-то элитная, в общем, она как-то выразилась, видно, что это высокого духа женщина. И сказала, не плачь, все будет хорошо. Я сейчас сам заплачу. Коснулась плеча и вышла. И я увидела, что кость на месте, боли нет, я чистая, вымытая. Я, говорит, поняла, что это была Божья Матерь, потому что я вышла из кабинки, ее нету. Явилась Божья Матерь, на искренность души, на искренность зова ответила, исцелила ее, и в ней родилась та молитва, которую даже монахи не могут стяжать. Она говорит, я даже не произношу там «Господи Иисусе, Господи Иисусе». Говорит, я все время обращена к Богу, все время идет мощный зов. И как Варсонов Великий говорит, я оторвана от земли так, и устремлена. И главное, что эти чудеса, они все время среди нас, да. Но никто этого не видит. Да. Но у меня так же произошло, я был уголовник, я был наркоман, пьяница. Два раза сидел в тюрьме. Вышел из тюрьмы, я не знал, как жить. То есть я, во-первых, забыл русский язык. Это в юности было? Да, в юности. Ну, до 20 лет. Я разговаривал только по фене, по блатному. Русский я забыл, потому что я то детприемники,
то один раз сел, вышел, второй раз сел. И вот второй раз, когда я вышел, я просто не знал, как жить. Жизнь переполнялась такой болью, такой горечью, потому что то, что я увидел в лагерях, это было просто для меня в то время кошмаром. То есть и убивали на моих глазах, и резали. Видимо, у тебя душа была чистая, все-таки сохранилась. Насиловали ребят. В общем, весь этот ужас мне пришлось увидеть. И когда я освободился, я не знал, как жить. И я не знал, дедушка как раз таки, который верующий был, он умер. И он молился за меня до последнего. Я сидел в тюрьме, и он умер. Вот. И, может, даже и умер, молясь за меня, не знаю. Потому что это столько, это просто, и потом чудо произошло, какое. Я просто первый раз пошел на покаяние, и притом зло всегда отводило. Вот я прихожу, и вдруг прям в церковь хочу зайти, и вдруг кошка хватает голубя прям входа в храм. И его съедают. Я был в шоке. Я думаю, как же так? Почему? Я хотел повернуть и уйти. Почему? То есть вот первое мое вот приход в церковь, вот такое вот таким было знамением. То есть кошка схватила голубя, и свернула ему шею. И я думаю, как же так? При в храме, при и так вот такой ужас. Думаю, ну как же Бог, как же он смотрит, если он есть? А столько зла у меня за спиной. И пьяница, и наркоман, и прочее, прочее, и уголовник, вот, и это самое, я хотел свернуть, но потом что-то меня остановило, я пошел. И вот первый раз я пришел, когда на покаяние, и когда меня накрыл батюшка, с меня нашла такая благодать, которая никогда больше не повторилась. Я потом ходил за этой благодатью снова, но ее уже не было. То есть не один раз Бог дал, показал, и то есть он на меня только накрыл, я покаялся, и на меня сошло. А я был тяжело больной, я был наркоман, у меня был гепатит хронический, наркоманический, то есть от уколов, от широк, от этих, от таблеток, все, и от пьянки. Ну то есть у меня печень была вздута на 4 пальца. У меня была хроническая, ну, как называли, ну, в общем, ну, болезнь, почти болезнь. Как цирроз, да. Болезнь. Вот, да. Ну и все. И когда меня накрыл Господь, мне прошли моментально все. Священник. Да, священник. И Петрахим. Да, 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 да. Вот. И у меня такая благодать сошла, я исцелился, но это было всего, ну, как несколько минут. Но я почувствовал снова такую радость, такое счастье, как будто я, вот как в детстве, когда, я помню, у меня счастливые моменты были, и вот так же я ощутил себя счастливейшим ребенком, который только увидел что-то прекрасное. Вот с этого началось. Перерождение. Да. Мне пришлось потом учить русский язык. Я стал поэтом. А поэтом стал почему? Я любил красоту, я любил природу. Мне пришлось писать стихи заново. Я писал немножко стихи, ну там в лагерях, пока сидел. Вот. Но когда я вышел, меня Бог повел именно по тропе любви, по тропе природы. То есть через природу, то есть природа учит поэзии, а поэзия учит любви, ну как и природа. Mm-hmm. То есть это все взаимосвязано. То есть вот эти вот все красоты, которые нам дает Бог через природу, они все влияют на наше развитие. Они все развивают нашу духовную сторону. Но мало кто это чувствует. Да, когда Бог касается человека, он меняется. Да, и вот все, и произошло то, что произошло. Я полностью 20 лет перестал быть тем, кем я был. Прежде, при рождении. И стал совсем другим человеком. То есть и таких рождений, как, помните, говорится в Библии, не родившись свыше, не видишь Царство Небесное. Вот это об этом и говорится, что пока вот ты не родишься свыше, то есть не поймешь
ты не можешь увидеть это царство. Ну, это что... о крещении сказано. Да, ну и о крещении тоже, да. Угу. То есть, действительно, то есть рождение происходит с каждым твоим развитием новым к Богу. Это каждый шаг, это да, новое крещение. Вот именно. Новое рождение. То да. есть, понимаете, угу. это и есть, когда человек вдруг был одним существом, и вдруг понимает, что как же так, я жил таким жутким, подлым, плохим человеком был. И когда ты начинаешь снова идти, ты засветился совсем другим. И я стал актером. Ко мне стали ну, там, люди, ну, как я поэтом был, музыку. И тоже ушел от этого, потому что это тоже какой-то этап. То есть я на этом этапе мог остаться. Так и быть, вот как вот отец Алексей мог остаться в культуре. Тоже бесподобно там, играет на гитаре, там, на инструментах. Вот. Но, тем не менее, пришлось уйти. Мы тот раз беседовали на эту тему, в ту беседу, что Феофан Затворник говорит, сначала Бог видит, что человека можно спасти. Второй момент. Он посылает ему призывающее благодать. Но он говорит, но Бог призывает, позовет и оставит. Нужно совершать шаги. Если ты почувствовал такую благодать по Петрах, если еще что-то случилось, то любой другой человек, который почувствует этот толчок, он должен продолжить эту инерцию, это движение сам. Он должен совершать шаги от воцерковления, причащения, там дальше. Потому да, что да. иначе он начнет что? Он увидит, что хорошо, контраст двух миров, прошлое и будущее. И начнет что? Сначала эстетизироваться. Ага, художественное творчество. Выше прошлого, выше. Потом поэзия. Выше прошлого, выше. И он может не дойти да. до полного соединения. То есть она становится, стал актером. Его тут, его это купило. Все. И он, его все хвалят. Он чувствует себя... Я плакал, когда я вышел на сцену. Первый раз мне внушили, что я там уголовник, бандит. Там такой-сякой. И вдруг, когда я первый раз выступил на сцене, мне хлопали. И я вышел, я рыдал. Я рыдал просто от того, что меня приняли. Что гадкий утенок, наконец, стал каким-то... Это на него обратили внимание. Катарсис, очищение. Да. И я рыдал. Я за сценой рыдал. Это в каком возрасте? Ну, там 20 лет мне было. 20 лет? Да. Вот. Ну, просто так я с этим и вышел. Сразу женился, потому что я на сцену уже в 20. Да, да, я выходил как? Я пришел работать осветителем сцены. Угу. Вот. И вот осветил на актеров. Угу. Ну, осветитель. Электрик-осветитель их называют. Но мы ехали с женой на гастроли, когда поехали. Угу. Я жену тоже устроил в театр. Мы поехали на гастроли, и в вагоне я играл песни. И в мой вагон набилось, в мое купе, набилось почти весь театр, слушая меня. Вот. И зашла хормейстер и Татьяна Кирилловна. И она говорит, слушай, Александр, а ты не хочешь играть на сцене? Я говорю, да что вы, Татьяна Кирилловна, я ж не могу. Я какой? Ну, и притом чувствовать себя совсем, я ж такой весь был. Крутой, блатной, какая там сцена. Она говорит, ну давай попробуем. Ну да. Ну и все, и вот так вот началось. И она начала, и все, я стал артистом хора сначала. И вот так вот все, и потихонечку. Самое главное в духовной жизни – понять суть духовного закона и не останавливаться. Потому что у нас ловушек очень много. Мир забавит. Там можно и пришлось эстетика, просить и актерство, все правильно. Да. Эстетика, ну, как вот отцу Алексею. Он был работник культуры. Кем были? Не важно. Да. Это уже, как говорится, прошлая жизнь. Вот. И тем не менее, вот он ушел и пошел дальше. Вот, и если человек зов, призывающий благодати, превратит в какую-то земную радость, он ошибется. Да. Он станет хорошим прихожанином, хорошим там, может даже и монахом, хорошим еще каким-то вещам. Я, кстати, монах-то недостойный, просто в рамках дружеской беседы открою обмен сокровищами души. Да. Я от тебя много получаю. Я последний грешник. Да. И в этом плане.
совершенно точно, что призывающая благодать но не действует не единожды. И дело в том, что действительно, всю жизнь. Когда идешь к Богу, Он тебе обязательно откроется. Да. Это обязательно. Да. Так что дерзайте, и все будет хорошо. Спасибо, Господи, за беседу. Я тебя благодарю.